Мотор. Екатерина, сколько лет вы работаете на телевидении? Я работаю на телевидении 10 лет. Это бесконечные съемки, встречи, звонки, интервью. И, казалось бы, в этом бешеном ритме нет времени ни на что другое. Но отложив в сторону микрофон, мы, корреспонденты, спешим зарядиться новой творческой энергией. Je ne veux pas, offrez-moi un limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-ra-pa-pa-pa. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-ra-pa-pa. Музыка – это, конечно, увлечение, одно из главных в моей жизни, но как-то они с журналистикой плавно влились параллельно в мое существование. Вот, поэтому они как-то дополняют друг друга. Был один, наверное, из моих самых интересных стендапов. Это когда я проводила танцевальный баттл. Я буду вести настоящий танцевальный баттл. Итак, сегодня на нашей импровизированной сцене золотая чемпионка мира Алина Карасева. А против нее сегодня выступит бронзовая чемпионка мира Катя Костикова. Алло? Да, через полчаса буду на съемке. Угу. Все, выезжаю. Прости. Тогда вечер. Угу. 9 утра, начало рабочего дня. Корреспонденты уже трудятся в разных точках города для того, чтобы рассказать вам о главных событиях дня. На Кургане Бессмертия уже работает одна из съемочных групп. Игорь Умаров записывает очередной выпуск рубрики «Вкратце». После руки в словах и поэзия в лицах. Одинокие бродят углы. У дома тени. Улетают из города последние птицы. Остается зима. И я забыл. Вещенко. Игорь Умаров, Алекс. Новости вкратце. Снято. А теперь мы немножко вмешаемся в рабочий процесс. Игорь, так все-таки значит, увлечение поэзией пригодилось и в профессии, правильно? Да, это отличное дополнение, которое подсказывает иногда интересные моменты, подходы, мысли. Днем этот город прекрасен своим набором пустующих улиц, а временами и парков, где можно отгородить стеклянным забором себя от человеческой иерархии. Мотаешься днем в придорожных, с вилкой, каляешь пирожок с картошкой в мечтах о мясе, а ночью в кафе, в барах болтая с бутылкой и мясом, той же картошкой подпоясанной. Я мог бы петь красиво. Халтурить мог бы, в конце концов. На свадьбах. Опять. Поющие у нас уже есть. Ты стихи пиши. Господи, холодно-то как. Давай. Предполагается, что дорожного коллапса это не вызовет, так как монтаж балок будет проводиться только в ночное время. Дюков, ты как всегда, как запрешь меня куда-нибудь. Ну можно ж было как-нибудь, как люди, пройти. На съемках очень часто себя ловишь на мысли, вот когда в секунде от того, чтобы там не врезаться куда-нибудь головой. Вот сегодня буквально мы шли, я чуть не врезалась головой в предмет один. Но мне кажется, здесь корреспондент находится в более безопасном положении, нежели оператор. Вот у нас был случай, когда мы снимали сюжет, посвященный
начало медового сезона в Брянской области. И нам говорили, что те пчелы, которые мы снимаем, они миролюбивые породы. В какой-то момент мы услышали такой вопль. Эта пчела залетела в нос и укусила нашего оператора. Да, у меня было много там такого прикольного. Кать, я забыл нажать на запись, там надо все перезаписать. Сиденье. Вы не могли бы подвинуться? Нет. Почему? Так удобно. Мы мчимся, рассказывай. Мы мчимся снимать, как делают операцию собаки. Если через себя не пропускать сюжеты и не включать эмоции, то сюжет будет больше похож на какую-то полицейскую сводку с какими-то данными абсолютно неинтересными для зрителя. Журналист – это душа сюжета, а оператор – его тело. Правильно? Вот такое прекрасное тело, как у меня. Молодец! Газетку забери, еще пригодится для следующего сюжета. Надо же в микрофон говорить, пупсичек-то мой. Он должен быть близко. Мало ли, что он должен быть. Мы его делаем для картинки, чтобы он хорошо смотрелся. Окей. Если я тебе сейчас вот так пол лица перекрою, еще и у вас... Перекрой мне пол лица. Он будет торчать, понимаешь? А я понимаю. Привет, Брянск! Это Big Love Message на Love Radio. С вами Алена Герц. Стартуем незамедлительно вперед к отличному настроению, вашим приветам, поздравлениям и самым искренним признаниям. Я сказала вообще другой секс. Откуда он родился в моей голове? Вот так и работаем. Леночка, сначала ты работала на радио, потом на телевидении. Сначала Елена Белова, потом Елена Герц. Теперь Елена Лыщицкая, так рассказывай всю правду. Что это такое? Моя настоящая фамилия, как посчитали редакторы, слишком сложная для уха слушателя. И надо было выбрать что-то максимально простое. Так я стала Еленой Беловой. И мне иногда даже казалось, что это и есть я настоящая. Едешь в маршрутке, в автобусе, слышишь свой голос и понимаешь, что сейчас люди улыбаются от твоих слов, но они не знают, как ты выглядишь. На телевидении это немножко другое. Здесь ты уже... А я, может быть, с оператором заигрываю. Дурашка. Девчонки, привет! Привет! Ну что, готовы? Да! Начинаем тренировку. Раньше я даже не могла предположить, как танцы и журналистику, казалось бы, совершенно несовместимые вещи, можно совместить. Но так получилось, что да, на телеканале встретился мне напарник, с которым у нас оказались одинаковые цели, творческие цели. И вот он предложил такой проект, я не сомневалась ни секунды, я сразу сказала «да». Конечно, самый главный прикол второго сезона проекта «Станцию лучше» — это Дмитрий Кузнецов на костылях. То есть это был самый большой прикол, который мог только произойти. То есть для кого-то смешной, да, один соведущий на костылях, а для меня это, конечно, была колоссальная нагрузка. «Станцию лучше». Ну,
Здравствуйте, на телеканале «Брянская губерния», программа «Не спорьте о спорте», в студии Дмитрий Кузнецов. Прямо и направо, и рядом. О, прямо. Прямо, направо и рядом. К сожалению, сегодня с утра председатель зашел в магазин и исчез. Поэтому где именно открывается дорога, мы пока не узнали. Дима, здравствуй. Вмешаемся немножко и в ваш рабочий процесс. Вот мне интересно, эфир закончился, работа закончилась. Наверное, тренажерный зал, лыжи или, может, футбол? Однажды мой хороший друг сказал такую фразу, что я, наверное, единственный спортивный обозреватель в России, который ни дня не занимался спортом. Это действительно так, потому что большинство спортивных комментаторов и обозревателей, они бывшие спортсмены, но мне как-то со спортом не сложилось. Всего. Китайские братья с металлом подкачали. Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. Святой человек, изобретатель обратного молотка. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает этого только потому, что, продав, останешься без машины. Каждый день с каждой новой машиной приходится учиться, потому что не бывает двух одинаковых автомобилей с одинаковыми повреждениями. Как и двух одинаковых сюжетов, которые ты снимаешь. Возможно. В этот день начинается Успенский... Ага. В этот день начинается Успенский пост, по строгости сопоставимый с Великим. Он завершится 28 августа празднованием дня... Какого дня? Вообще, хватает сил. Да, сначала творчество, вот это все такое, а потом работа. Нелегкая. Сил хватает, знаешь, как-то привычка уже за годы сложилась. Поэтому никакого дискомфорта не ощущаю. Да, бывает трудно, но это хобби. То есть ты без этого уже никак? Честно, да. Почему? Как, насколько? Ну, вот нравится. Мне вот творческая работа. Вот интересно, интересно видеть плоды своего труда, когда автомобиль уже покрашен, отполирован. Интересно видеть глаза владельца автомобиля, который порой даже бывал такой, что и не узнает. Просто говорили, что красота. Когда мы снимали социальный сюжет, где соседство с пилорамой, они там с опилками засыпают, и там бабка орет, они мне всю капусту в своих опилках. Я, да, в 7 часов вечера, значит, надо струны заехать взять. Да-да-да, сейчас. Опилки, все хорошо. То есть тут как-то так. На моем рабочем столе вот стоит телефон, на который звонят все вот эти бабушки. И они звонят, соответственно, поднимаю я. И как-то вот так вот сложилось, что я беру эти темы. Стоит конь. Думаю, надо обязательно записать стендап на коне. Вот, просто вот я уеду сейчас со съемки и не прощу себе, если я вот не запишу на коне стендап. «Русское Родео 2018» — это настоящий семейный праздник. Пока команды борются за победу и поездку в США, дети и их родители могут сфотографироваться. Говорю, стендап. И конь не едет. С пятого раза он лениво просто вот сдвинулся вот чуть-чуть вот так вот. Ловил я много разных рыбок. Я знаю клевые места, где море тем. Лучих улыбок поймать чего-то, кажется, стар, но только ты. Рыба моей мечте, только ты. Рыба моей мечте. Да, хорошо, да, выезжаю. Когда клюет, тогда пусой. Могу я за ночь напускать от Ленинград. И так поздно гуляют старые саги, да не играть. Но только ты, рыба моя мечта. Только ты, только ты, только ты.
это наши рабочие будни, но мы всегда открыты для наших телезрителей. И даже сейчас мы смогли остаться в стороне от этой кричащей просьбы. Саня, верни сотку. Все. Он тебе должен? Да, верни сотку, Саня. Саня, верни сотку. Ну все, я закончил.